Всем привет! Да, у меня немножко странное начало. Да, просто у меня уже новогоднее настроение. Наверняка у вас тоже оно есть. И вы, наверное, уже спешите по магазинам покупать подарочки. И, конечно же, вам хочется уже скорее завернуть и подарить. И сегодня у нас будет видео, связанное с подарками. Какие варианты упаковки могут быть? Как лично я буду упаковывать и украшать свои подарки. Ну что, приступим? Все украшают подарочную бумагу, новогоднюю такую, красивую, яркую, такую, чтобы в глаза кидалось. Я, конечно же, тоже упаковываю это подарочной бумагой. И вот сейчас я вам хочу показать, как я упаковала. Сам процесс... Я думаю, я не буду показывать, все и так знают, как упаковывать. Ну а если нет, загуглите. Первое. Если вы не знаете, что подарить другу, подружке на Новый год или кому-нибудь из близких, но у вас очень маленький бюджет, просто купите коробку конфет или печенье или шоколадку. Это прокатывает. Упакуйте ее подарочной бумагой, так как сделала я. Здесь, значит, на розовой бумаге сделала надпись «Немножко вкусненького». Это чтобы человек, который получал этот подарок, ему было интересно, что же там, а тут записочка. И, ну, конечно же, сразу понятно, немножко вкусненького. Вот, здесь у меня шоколадка. Я ее упаковала так. Впереди выглядит так, но сзади у меня не все так прекрасно. Все потому, что я так ее упаковала. Итак, следующие у нас тоже упакованы бумаги подарочные, но это уже в два раза побольше. Эту рамку я делала для друга своего лучшего. Мы с ним ездили в поездку в Норвегию. В общем, я распечатала фотки, прикрепила их в эту рамку и запаковала. И также оставила записочку, на которой написано «Аккуратно открывай, очень хрупкая». Ну, конечно, она больше, чем я. Спереди все красиво, но сзади тоже есть скотч. Ну, не так, в принципе, заметно. Эта коробка в два раза толще, чем предыдущая. И тут у меня для второго друга. Вы, наверное, видели в Инстаграме, я выставляла фотку с коробкой танка. И это я купила танк, который надо собирать и красить, как фигурка, модель. Сзади у меня тоже все так же самое запечатано. Также не забывайте, скоро выйдет на моем канале покупки сайта AliExpress, вторая часть, вторая. Ну а мы продолжаем. Можно своему парню, к дополнению к своему подарку. Это, например, фотографии, сделанные с ним, или его какие-то фотографии, завернуть очень красиво. То есть, нет, не в подарочную бумагу. Это уже не для этого. Упаковать, так сказать, в бантик, чтобы было красиво. Тут немножко у меня там косячок. Вот. Не об этом. Таким способом просто бантиком завязать и положить в конверт или вот, или положить в коробочку. И раз мы уже заговорили о коробочках, очень люблю делать подарки вот в таких коробках. У меня она не одна. В прошлом году у меня было их очень много. Но в этом году еще я не докупил, потому что сейчас они очень дорого.
и я все жду, пока будут скидки. Очень хороший вариант, кто не умеет упаковывать подарки в подарочную бумагу, на заметку, кто не умеет так вот красиво упаковывать. Вам хороший вариант коробочки самых разных размеров. Можете, как вариант, положить туда много. Так что коробки, по-моему, самый хороший и оптимальный такой вариант. Сложить, завернуть ленточкой и все. Также, кто такой рукодельник, рукодельница, как и я, может сам сделать что-то своими руками, например, связать. Ну что, ребята, на этой позитивной ноте я хочу закончить свое видео. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если вам такого плана нравится, я придумаю еще какое-то видео снять до Нового года. И напишите в комментариях, какие подарки любите вы. Любите ли вы дарить подарки? Любите ли вы их получать? Я уверена, что большинство людей любит на получать подарки. Хотя я получаю удовольствие, когда я их дарю. Ну и когда получаю тоже. Всем хорошего настроения и до новых встреч! Пока-пока!